Обращаясь к митрополиту Екатеринбургскому и Верхотурскому Кириллу, представителям общественности, приглашенным на пасхальный прием в Патриаршье Подворье, губернатор Евгений Куйвашев поздравил всех с самым главным православным праздником – светлым и радостным Христовым воскресением – с Пасхой. Губернатор подчеркнул, что испокон веков Пасха на Руси была и остается символом нравственного и духовного очищения, неизбежной победы добра и веры над силами зла и разрушения. Этот весенний праздник дарит нам надежду, приносит духовное обновление и стремление к совершенству. Губернатор также отметил, что год от года этот светлый христианский праздник все глубже входит в нашу жизнь, и это свидетельствует о возрождении духовной культуры, благотворном влиянии православной церкви на жизнь общества. Православие – одна из основных российских конфессий, вносит весомый вклад в укрепление мира и согласия в обществе, в духовное и нравственное воспитание людей. Этот путь ведет к процветанию России и укреплению российской государственности. В многонациональной Свердловской области, где в мире и согласии проживают представители более 160 народностей, Екатеринбургская митрополия в сотрудничестве с органами государственной власти делают много хороших и полезных дел. Глава региона отметил, что общими задачами являются укрепление семьи, защита материнства и детства, помощь социально незащищенным слоям населения, борьба с социальными пороками, восстановление и строительство новых храмов. Евгений Куйвашев поздравил митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла и в его лице православных уральцев со светлым Христовым воскресением, пожелав всем надежды и веры в лучшее, чтобы пасхальные дни согревали сердца радостью и теплотой общения с родными и близкими, приносили в мир добро, любовь и взаимопонимание. В своем пасхальном послании митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл обратил внимание на то, что в Пасху празднуется умерщвление смерти и победа над адом. Он подчеркнул, что в этом году мы как никогда часто будем слышать это слово «победа». В год 70-летия Великой Победы нашего народа над чумой фашизма мы будем вспоминать о подвигах наших отцов и дедов, выстоявших и победивших, потому что с ними была правда. Мы вспоминаем ветеранов и благодарим их, потому что они рисковали не только телом, но и самой душой. И тем глубже должна быть наша благодарность тем людям, которые души свои полагают за ближних, и благодаря которым мы в мирной стране собираемся под сводами храмов, оглашаемых пасхальными песнопениями. Не случайно день окончания самой страшной кровопролитной войны в истории человечества пришелся именно на пасхальное время. Участников приема приветствовал известный скрипач Дмитрий Коган, специально прибывший по случаю празднования Пасхи в Екатеринбург. Митрополит Кирилл вручил губернатору Евгению Куйвашеву памятную медаль 130 лет Екатеринбургской епархии, выпущенную по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Православные священники приходов Артемовского городского округа активно участвуют в общественной жизни муниципалитета. Являясь частыми гостями нашей студии, они ведут просветительскую и разъяснительную работу. Немаловажно и то, что особое внимание они обращают на духовное и моральное воспитание подрастающего поколения. Во многом благодаря их беззаветному труду и активности на территории Артемовского района возрождаются храмы, которые являются не только духовными центрами, но и имеют высокую культурную и историческую ценность.